В регионе 2-3 августа пройдет чемпионат республики по самбо. В соревнованиях примут участие более 500 спортсменов в возрасте до 23 лет. Самбисты выступят в 7 весовых категориях. В честь Мангистауской области будут защищать порядка 150 борцов. Тренеры говорят, что они прошли усиленную тренировку и готовы к предстоящим поединкам. Нужно отметить, что участникам, занявшим призовые места, будет присвоено звание мастера спорта. Также победителей ждут медали. В целом чемпионат проводится для пополнения сборной страны новыми спортсменами, поэтому в этих соревнованиях примут участие сильнейшие. Желаем удачи участникам турнира. У нас есть кандидаты в мастера спорта, думаю, что они сумеют оправдать наши ожидания. Также есть подающие большие надежды девушки в 2-3 весовых категориях.